И начнем с важных кадровых решений главы государства. Александр Косинец и Константин Мартынецкий освобождены от должностей главы администрации президента и первого заместителя главы администрации президента Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Исполняющим обязанности главы администрации президента назначен Валерий Мицкевич.